Всем привет, добро пожаловать в очередной обзор от 151-го убежища. Точнее, в очередной микрообзор от 151-го убежища на пиротехнику. Сегодня вашему вниманию представляется дымовая граната ШД-90 от компании Strike Art. У меня она всего, к сожалению, одна, от моего любимого спонсора Top Gun. Кто не знает, ссылка в описании. Мы будем сегодня коптить небо. Что она из себя представляет? Это картонная упаковка с мембраной сверху, за которой прячется инициатор. Это, скорее всего, веревочка с колечком. Дергаете, она дымится, оставляете, либо бросаете, и поднимается дым. ШД-90, ее маркировка, скорее всего, это из-за времени ее горения и дымления. 90, вроде как 90 секунд. За это я не ручаюсь, поэтому уж извиняйте. Для того, чтобы ее инициировать, необходимо прорвать мембрану, достать колечко, дернули, поставили, жали. Или бросили, задымилось. Здесь инструкция по эксплуатации. Внимание! Перед эксплуатацией данного пиротехнического изделия внимательно прочтите инструкцию. К черту слова, давайте подымим. Для того, чтобы тест был правдоподобным, я попытаюсь сориентироваться так, чтобы ветер, уносящий дым, был хотя бы полезен для нас. Так что... Вот тут началось самое интересное. Будьте аккуратны при поджиге данной гранат. Как только выдернули чеку, немедленно от нее избавьтесь, иначе вы будете обожжены. Благо, я был в перчатках, и они выдержали. Просто, как оказалось, дым вырывается со всех сторон у этой гранаты, по всему периметру. Сейчас я поставлю камеру, уложу ее так, чтобы она держалась, и попробую зайти в дым, для того, чтобы вы видели, насколько густую завесу дает эта граната. Если внимательно присмотритесь, вот он, я хожу среди дыма. Он дает очень плотную завесу, которая способствует скрытию наступающих или отступающих отрядов. В принципе, это и есть главная его функция. В метрах 20 находился мой автомобиль. Ветер очень сильно разнес этот дым и скрыл его полностью, что дает дополнительные очки данному дыму. К сожалению, сама граната прогорела очень быстро, и действие ее скоротечно. Как показала практика, граната дымовая ДШ-90 показала себя с очень хорошей стороны. Я надеялся на то, что дым будет просто исходить сверху, но на самом деле это не так. Дым исходит у этой гранаты со всех сторон, дает очень плотную хорошую завесу. Если бы не ветер, я думаю, тут дым бы закрыл бы очень большое пространство. Использование в зданиях, ну, в рамках правил, разумеется. Если вам разрешено использовать в зданиях, то используйте. Дыма будет очень много. Глаза не режет, в легкие попадая, вызывает легкое раздражение, но несмотря на это, пережить это возможно. Ну, а на этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск до самого конца. Те, кто не видел мои предыдущие видео, могут кликнуть сюда и перейти, а также подписаться на канал, вступить в нашу группу и оставить свои комментарии, поставив пальцы вверх, за что я вам буду очень благодарен. Все, увидимся, пока!